Всем привет! И сейчас у нас второй день соревнований, поэтому я сейчас собираюсь и еду на конюш. Наши соревнования подошли к концу. Ага, это Алена. Морозится. Так вот, в соревнованиях я на метр ехала сегодня, на кобыле Оскаре и Ластике. Я заняла третье место на Оскаре, четвертое на... Вообще-то я бы уступила, если бы ребенок занял пятое место. Иди в жопу. Я еще на Ластике четвертое, на кобыле не знаю, какая самая жопа, наверное, потому что она сбила барьер, ну да ладно. Алена, молодец. Да, понятно. А теперь... Давно? Очень серьезно. А теперь очень серьезная информация. Короче, Дина у нас очень азартный человек. И, к сожалению, получилось так, что Паша не дотянулся на последний барьер, и они упали. Короче, он запутался ногами в брусьях. Вот, да. Они упали. Прям Дина так потеряла сознание. Вызвали скорую. Ее привели в себя. Она такая... Ну, в общем, она опять потеряла сознание. Ее увезли в больницу. И сейчас она в больнице, и мы к ней потом поедем. Передать ей ее вчерашнее первое место. Ну, не знаю, нас туда не пустят, потому что у них там карантин какой-то, ну да ладно. Да, я там уже была, и нас так пустили чуть-чуть. Там вещи передали, все такое. И, короче, все. Алину можешь попросить. Пока. Привет, Ксюша. Угу.
тебя. Я живу. Ну как хорошо. Я, конечно, домой хочу, но со мной все нормально. Поехала на четвертый этаж. Ксюха, иду специально для тебя. Я еду на четвертый этаж в лифте. Сейчас он откроется, я пойду обратно на первый. Вот. Вот я еду на четвертый. Но я надеюсь, не застряну. А то что-то как-то не страхово. Я поехала на первый этаж обратно. Ого. Все, я накаталась. Выхожу к себе. Я уже как у себя дома. Все, давай. Thank you.